Нажал, давай. Здравствуйте, мужчина. Поздравляю вас с отличным выступлением. Довольны вы, что вы заняли второе место, да? Российского спортивного союза. 2500 метров. Расскажите, как ваши эмоции? Хотелось, конечно, лучше стартовать. Получилось, конечно, неплохо. Угу. Но, в принципе, довольна. Начало быстро, наверное, конечно, 4 метра быстро. Угу. Что не хватило на первое место? Просто на стул выиграла, по-моему, Альбина Годельщина, по-моему, выиграла, да? Что, она сильно готова была? Соперница такая мощная была? Ну, да, достойная. Достойная? Подмышки не хватило, расстроились мозг, да? Ну, да, конечно. Но все равно рада медальке? Призовое место как-никак радует все равно. Ну, Чуваши рулит у нас, нормально? Конечно. Как у вас чувашский спорт развивается, легкая атлетика? Да, постепенно. Точно? Да, да, конечно. Тренера все хорошие. Да? А вот студенческая легкоатлетика, чувашская, как? Да, отверстина. Какой университет представляете? Чувашский государственный педагогический университет имени Ивана Яковлевича Яковлева. Да? Это очень такой известный, по-моему, да? Да, конечно. Такое учебное заведение ваше, да? Да. Ну, ваш проектор, ваша учебная часть будет довольна вами? Надеюсь, да. Точно? Ну, в следующий раз, наверное, будете дальше продолжать, наверное, уже за первое место. Арманч будет? Да, конечно, буду тренироваться, стараться. Радовать дальше. Ну, вам тогда удачи, новых достижений, радовать всех нас своими победами, в том числе и представителей Чувашии, Чебоксар, и побеждать. Удачи, до новых встреч.